Добрый день, где-то общественный прибой. Представьтесь. Капитан первого ранга в отставке от Крашеновского Вячеслава Ивановича. Последний старший морской начальник в Одессе с 85 по 92 год. Вся служба прошла на подводных лодках. Мне пришлось из Одессы в свое время, в конце 80-х годов, подводные лодки старого типа, старого проекта 613-го убирать и передавать их на металлолом. Как у нас в нашей стране, так и за рубеж. Пришлось мне передавать 5 подводных лодок, 5 корпусов в Италию и 17 в Турцию. Сложная была задача разоружить, нужно было, уже экипажа не было, но тем не менее мы с этим справились. Сейчас на военно-морских силах карьеры практически нет подводных лодок, а должны быть. Ветераны-подводники именно об этом и говорят, что флот только тогда будет настоящим военно-морским флотом, когда есть подводные лодки, не только для защиты рубежей, но и для разработки тех же надводных кораблей, той же авиации. Поэтому мы с удовлетворением воспринимаем то, что флот военно-морской флот, то есть военно-морские силы Сбройных сил Украины начинают возрождаться, строятся новые корабли. Вот сейчас два катера типа «Гюрза» прибыли. Сегодня мы вот их видим, наблюдаем, они здесь стоят. Люди воспринимают это дело с энтузиазмом, скажем так, потому что все же понимают, что флот должен быть, нужно его строить. Нужно создавать новую технику, новое вооружение, ну, естественно, новые корабли. Поэтому, вот видите, как много народу. То есть люди понимают, что такое военно-морские силы и что такое праздник военно-морских сил. Идут, не смотрите, сколько народу. То есть люди понимают, воспринимают и приходят праздновать вместе с нами. Это нормально. Вот нормально было бы другое, если бы не приходили. А флот нужен для защиты наших рубежей. Рубежей Украины, рубежей нашей Родины. Спасибо. Так ты называется Берта Куплянь, нет?